Ладно, здравствуйте, друзья, с вами Сергей Рыбакин. Сейчас тогда третий предмет нужен. Да, мы сейчас будем искать третий предмет. Второй я случайно взял уже. Не знаю я об этом. Ты начал снимать? Да. Блин. Даже в минус стоплю сейчас. Не, давай. Так, всем привет, с вами я, Рамзан, с канала РГПО. Не РГПО, а Плавить Виш. Плавить Виш — это у тебя. А, не РГПО. Нет. Где-то здесь должен быть третий предмет, который тебе нужен. Я не могу понять, где он. Посмотри на карте, может там появится место, куда подойти надо. Так. Нету. Ну тут есть какой-то Нуфу, это что? Нуфу — это мой друг, который у нас в группе. Не, это слишком далеко. То, что рядом с тобой, нет никаких цифрок. Нет. Знаков. Только знаки вопроса и единичка. О, вот нажми на единичку. Нажал, и чё? И иди к ней. Где к единичке? Мы пошли. Интересно, если за этой девушкой будут бежать львы, она быстрее начнет бегать? Не. Львы тебя трогать, по сути, не должны. Это как бы такие пассивные соперники. То есть они тебя начнут атаковывать, только если ты их будешь бить, атаковывать. Mm. А так ты им не нужен. Прикольно. То есть если желтая полоса, значит они так, ну, не, на нейтральной стороне. Если они красные, то при приближении начнут на тебя атаку. А, вот третье место. Да, вот как раз. Там сверху будет третий артефакт, который тебе надо уже сдобыть. Вроде как. Да, вот. Нет? Все. Смотри, куда надо идти, чтобы сдать квест. Куда надо идти, чтобы сдать квест? Откуда я знаю? Там у тебя все указывается. Знаки вопроса, да? Да. Запомни, знак вопроса сдать квест, знак восклицательного и получить квест. Так, ну у меня аж три готовы. Ну вот по одному сдавай, получай опыта. Хорошо. Да. Я плаваю. Странно это, как дельфинчики. А, я застрял. Дельфинчики. Опа. Рысь. Рыголап. На чувствуется, русский переводили. Да. Интересно, как они звучали в английском официальном переводе. Ой, ну, не в переводе, а в названии. Мы не сдадимся. Довершить. Принять. Выше голову, мы не сдадимся. Так, второй знак вопроса. Отсутствие барс. Эльф крови, пятый уровень. Бжин. Над тобой все еще зеленая стрелочка, да? Да. Сейчас типа меняем. Она меня не прикалывает. О, а это тебе? Ой, стоп, не туда я нажал, извиняюсь. А это? Стоп. Что-то у меня не меняется. Потная. Потная. Ладно. Не обращай внимания, так пошли. Там. Внутри, походу. А, вот там. А кружочек радует? Нет. Вообще не радует. А звезда? Блин, опять сверху. А звезда? Убери! Звезда, ромб. Я же за тебя не достану. Да меняй хоть каждые 5 секунд. Ну ладно, нет так нет. О, череп.
Я нажал нет, у тебя появился череп. Да, конечно, нажал нет. Ну, хочешь на ролики посмотреть? Да. Ты его, конечно, не будешь смотреть. Нет, конечно. Справедливость восторжествует. Чего он не загорается? Обычно, когда на костре стоишь, ты воспоминаешься. Все, я все завершил. Что теперь делать? Ни одного квеста? Два. Ну, вот выполняй. Ну, капец. Так, у нас суть просто создать ролики, так что. Потом будет повеселее, поверь. Я надеюсь. Так, потом чем мне тебя... делать в этом квесте? Куда идти, чё? На чё там вообще посмотреть? Указано? Все, надо на карту идти. Так. Ай. Да, вот так вот все чашка. Интересная. Просто как бы мне все говорят, что типа вначале да, чуть скучновато, а когда там 20-30 левел, уже такой экшен хороший получается. Я все еще третий левел. Ты что ноешь постоянно? Не из-за этого. Так, я тут. Где единичка? И что у тебя за задание, что надо сделать? Агрессия. 0.7. Древон убито. 0, ну 7. Вот убивай этих древонов. Кто это? Ну вот, вон те. Змеи? Древон. Ну смотри, куда мой огонь полетит. Ага. Ух ты. Вот их, этих деревяшек убивай. Я тут вообще ни одного не вижу. Ну, я вижу двух. Где ты? А. Вон еще один. Вот, вижу. Он упал. А, нет. Он упал, потом занял. Чтобы я его отпустил. Ну, Рома! Ну что, он за тебя не засчитался разве? Засчитался. Сомневаюсь. Вон тут сколько древунов. Ну вот так что. Говоришь, нет никого. Снимай. Кошмар. Жизнь жестока. Очень. И просто обезлох. Меня что-то на стихи потянуло. Чё, на любовь пропала. Это игра, это. Да, ты говоришь, плохая игра, видишь, на че как че прёт. Да. Жизнь проста без лоха. И тяжка без... Убей его, давай. А! Это не я. Так. Осталось мне еще чуть-чуть. Где они тут, ревуны? Так, ну, вот один. Ты же тоже их можешь убивать. Ну, если тебе засчитается. Ну, попробуй одного убить. Сейчас. Убил. Засчиталось? А я чуть не посмотрел, сколько было. Сколько давай. Сейчас? 3-7, 4-7, давай. 4-7. Ну, не засчитывается. Ну, знаешь, давай помогай тогда быстрее будет. Ай, как скажешь. Да. Чтоб ты просто не скучал. Да я вообще все вышел из сети. Так, 5 и 7, еще по 2. Ничего, все еще нет.
6 и 7. И ты никого не убиваешь. Как? Я уже 4 убил. Как ты 4 убил? Ну, руками. Может, тогда, когда ты рядом будешь, он будет читаться? Потому что мне пока что ничего не прессуется. Когда ты рядом прессуется? Сейчас буду бежать к тебе. Тут, наверное, уже поздно. Ай. Я не могу их найти, но... Ну, не знаю, что ты слышишь. Мама! Верь в свои силы, парень. Ты просто от них отходишь, их там нет, они в основном здесь тусуются. Здесь тусуются, это где? Ни одного не вижу. Ну, по крайней мере, тусовались до тех пор, пока я их не убил. Так, вот один вижу. Погоди, дай к тебе подойду, чтобы зафиталось. Давай. О, я тут вижу одного. Все, убито. Еще 2 осталось. Еще 1 остался. Так. Ну, думаю, на этом мы закончим, да? Подожди, подожди. 8 минут. 10 минут. Все. У меня. У меня чуть меньше. Ну, давай я добегу. Давай я убегу до знака вопроса. Давай, добегай. Жизнь тяжка без лоха. А лох. Нет, не так это. Тетенька, я стал. А, нет, не тетенька. Не сворачивай со своего пути. Не сворачивайся со своего пути. Да, мне уже надоело играть. Ну-ка хочешь. Так, ну чё, всё, да? Всё. Всем спасибо за внимание. С вами был Ранзес. С вами был Сергей Рыбакин. Всем пока. Играть хорошие игры. Всем пока. Да, очень хорошие.